Привет, Анастасия. Что ты тут делаешь? Не знаю. Хотел спросить, зачем ты это сделала? Что ты хочешь услышать? Что это розыгрыш? Что ты решила выйти замуж за старика, чтобы украсть ключи от дворца, а завтра мы с тобой будем подсчитывать наши несметные богатства? Скажи, что это так. Уходи, а не то охранники схватят тебя. Видишь, ты беспокоишься обо мне. Конечно. Просто я хочу лучшей жизни для нас обоих. Ты правда в это веришь? Ты уже забыла, как нам было хорошо? Как мы делали вино из одуванчика? Давали звездам имена перед тем, как заснуть. Ты называл их моим именем. Потому что это самое прекрасное имя. Пойдем со мной. Давай просто забудем обо всем. Взять его! Встретимся у нашего дома, на закате. Еще не поздно все исправить. Она загадала все желания, поэтому нет смысла оставлять ее в живых. Но ты еще можешь спасти ее. Просто скажи мне, где найти твое сердце, и не тяни с ответом. Не надо, Уилл. Он убьет тебя. Он в любом случае убьет меня. Защити свое сердце. Говори. Или прощайся с ней. Я скажу. Зачем? Пожалуй, даже ты не должна умирать ради моего сердца. Лучше бы он меня убил. Не стоит благодарности. Даже без сердца ты предпочел спасти меня, а не себя. Дело не в тебе. Я просто не хочу марать руки. Ты вовсе не варит. Ты Уилл. Ты все такой же. Добрый и хороший человек, в которого я влюбилась. Ты не любила меня. И сейчас не любишь. Как ты можешь так говорить? Ты любишь вспоминать о том, как мы жили вместе. Какой счастливой была наша жизнь. Но меня ты не любишь. Иначе ты бы пришла ко мне в тот день. Нервничаешь? Ваше Величество, как же я намучилась с этим платьем. Не лги мне. Ты совершаешь ужасную ошибку. Нет. Я наоборот хочу все исправить, пока не поздно. Стой. Наверное, это я во всем виновата. Скажи, ты хочешь сбежать? От меня?